Так, ребята, всем-всем добрый вечер. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов. И добро пожаловать на моего канал. Дальнобой ТВ. Green and Routa 2003. Так, ребята, у нас сегодня пятница в 2023 году. И у нас сегодня, как обычно, обзор. Обзор про э, большая сборка на номер 26. Либо 26, 25. По-моему, что на 25. Так, ребята, что хочу отметить. Хочу отметить, что я пока не собрался эту сборку обзор сделать по такому причине, что я еще не успел на все объект исследовать, проехать, посмотреть, что, что к чему. Ну, понимаете, начали чаще писать в там начали писать в комменты на личную группу, ВКонтакте, что типа там э, при создании нового профиля есть много вылета там, ну и остальное и другое. Так, э, а, а, особо как бы касается на дорога на азии э, Так, э, ребята, при моего гайда я вас попрошу подписывайтесь, ставьте лайк. Для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канал. Дальнобой ТВ Green and Route 2003. Также, также хотел ответить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем приятного просмотра. Так, ребята, версия пока у нас как бы релиз 1.47.1.2, как бы, как обычно, не стимовская, пиратка Паш все свои дела выполняет отлично. Так, ребята, что хотел отметить, что для, для любой сборка при наличии у вас У вас и у нас при наличии должно быть все DLC плюс Балтика, Черное море и Берия. Ну, я имею в виду там 7 DLC. Так, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем из проводник мод, как бы. Так, как обычно, спустимся сам вниз. Так, поехали там. Сибир 2.5.0 от э, 10 Avoid пока Сибир пока идет как бы под 1.46 как бы э, э, временно файл э, 1.47 fix Сибир как бы э, 10 Avoid начал замутить его ну это как бы файл временно но там дальнейшее посмотрим так э, по, э, удаляем железнодорожные сообщения э, из Фармачевска до Калайс, из Калайса до Фармачевска от автор Жергемес Мастер Фиксис». Ну, понимаете, что хотел отметить, что это как бы пожелание. Например, я э, не хочу как бы переплавать, хочу больше ехать, поэтому приступаем. Великий степень, как бы сейчас вышел как бы с Орала, как бы адаптировано под 1.46, но я пока вот это я буду использовать. Почему? Потому что как бы начал меня полностью, меня начинает устраивать а, версия 2.0 1.44 устанавливаем с таким макаром. map MapDev. Приступаем, Орал. Орал версия 0.2.1 как бы... 0.2.1 типа того или 2.1 там 2.1 устанавливаем приступаем так ребята по поводу так южного регион 12. 12 короче он как бы чисто адаптирован под 147 как бы но особо я не понял опять 25 начинает свою историю, свою историю начинает выполнять там при создать новый профиль при любом входе опять 25 не знаю случай на моего ПК как бы на моего железа опять 25 каждый при входе загрузка займет там где-то а, а, более более пять минут более пять минут а, так а, от автор симка устанавливаем так а, fix русмап у вас у вас и у нас она должна быть без него никак фикс а, Uh, sr map то есть e fix Рус map прошу прощения за ошибку sr map 12.0 английское название для тех как обычно для тех кто будет использовать свободную камеру на территории Юшка, ставьте в высоком приоритете от автора мастер fixes. так ребята по поводу как хотел отметить что несколько минут назад по поводу road to asia, road to asia пока как бы официально у нас еще не вышел, как бы я его чистым с трудом, я его как бы чистым с трудом начал как бы слилит адаптировать э, там, короче, под 1.47, как бы, ну, естественно, при как бы сразу хот хотел отметить, что при, при загрузке у вас, у вас должна быть также 7 DLC, Север-Восток-Запутюк, в том числе Балтика, Черное море и Берия. Также при при создать нового профил, вы до, э, у вас э, при установке у вас должно быть э, при наличии там РусМап, Проект Румения и там Великий степень, Великий степень, да, то есть чтобы он у вас и у нас к, при создать нового профил, при создать какой-нибудь там сборка там без разницы какая сборка не сборка случае вылета не было поэтому просто, видите, когда-то у меня несколько дней назад у меня про него лично был обзор как бы вот и начали меня в чаше в комменты начали писать что вот мы там типа мы у вас начали скачать там короче начали как бы запускать и у нас получилось вылета ребята вылета пока никакие нету Но с каким ну, с каким причинам таком причина если вы будете запускать его вместе с Русмапа, проект Руминя и там э, великий степень и там ну там еще дальше посмотрите потом поэтому я э, попрошу вас как бы особо не переключать обзор будет продолжать э, интересного и интересного так э, с таким макаром как обычно ну э, хотя приоритета э, приоритет тоже той же приоритет у нас как бы особо ничего не изменилось с таким макаром а uh, ассет как бы модель uh, 1 модель 2 uh, Map и паромное сообщение ну наверняка вы все знаете далее ну, там валенсия оптимальное сообщение 146 как бы исправлю адаптирована под 146 исправлена пока в данный момент исправлена под 1 адаптирована под 146 исправлена под 147 устанавливаем приступаем кстати вчера у нас э, вчера у нас четверг было короче волга кстати ребята волга у нас э, обновилась как бы волга под 147 как бы как бы от александра насиров чисто он под 147 Посмотрим, что, -что к чему добавлено. Устанавливаем с таким макаром. Модель, как обычно, Defend Приступаем. Волга от жргмс с а для тех, кто будет использовать свободную камеру на территории Volga мап Ставьте высоком приоритета И также хотел отметить, что Евроафрика Африка. Не знаю, почему-то э, как бы там типа адаптирована под 147, как бы, но не знаю, как бы изменения как, как бы особо я ничего не увидел. Э, ну там дальнейшее посмотрим, устанавливаем, приступаем. Русмап. пока мы будем использовать э, теперь мы не будем использовать на этот сборка там русмап э, 246 версия 3 как бы чисто мы будем использовать русмап 247 с таким макаром модул модуль 2 mapdev так киров киров э, киров скоро ребята на днях уже как бы должна выходить как бы Кирв в Кировскую область 1.4 как бы уже он как бы автор его начинает запускать на на тестированное. Но там дальше посмотрим, как бы там посмотрим, если что там изменится. Ну там и мне будет понятно, и вам будет интересно. Пока мы в данном случае мы будем использовать Киров Кировская область. Доступно типа 1.3, доступно под 1.47, устанавливаем. Так, но по, по поводу паром, как бы паром это пожелание. Хотите ставьте, хотите нет. Если что, я к ним начинает добавить паром как бы как ну наверняка вы все знаете где что чего скачивать там есть еще кликните под еще там э, э, с помощью винрайра как бы откройте там и киров кировская область 1.3 доступна будет и также паромное сообщение паромное сообщение которое соединяет по моему из не арианса там не ариан не реа. там я раз, я раз там как, типа того, короче, до Петербурга. Ну, это пожелание. Но пока я его буду использовать, потому что мне как бы начал полный устраивать. Так, э, Корфу. Корфу от автор Terra Time как бы 1.4, как бы с таким макаром. модель map Как бы. И Rhat. RHAT пока будем использовать RHT 1.0, 1.44. Исправлено под 1.46, устанавливаем приступаем. Так, э, слитый. э, так, слитый проект Румения. Файл скачивается с сайта rexcentende.ru с таким макаром. 1.47, пакет 1, пакет 2, пакет 3, пакет... То есть, и пакет 3 пакет 4, пакет 5. Так, э, э, проект Кеска, ассесс ассет версия 2.22 или 22.2 там типа того а 2.22 устанавливаем так и макро ассет package assess package 2 Defend map и fix, фикс фикс, о, фикс файл скачивается с сайта rxntd.ru road to asia чтобы случае конфликта не было при 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 взять заказы там ну там на без разницы там на прямые заказы или на бирже там короче там типа того чтобы у вас чтобы работоспособность работоспособность чтобы у вас была вот эта история приступаем приступаем к монтаже 5.6 fix который адаптировано под 1.46 исправлено под 1.47 ну, наверняка вы все знаете, где Бухарес там и есть. монтаже который себя включает э, там сам монтаже, там, да, ТИТУ и там, гасть и там всего лишь там три города, там, пока особо как бы не понял, что, что к чему. Просто как бы адаптировано под 1.46, исправлено под 1.47 с таким макаром MAP DEF. Фикс, фикс, чтобы у вас чист, чтобы нормально работало AirHat и со проекта у меня. Адаптировано под 1.45, исправлено под 1.47. Файл скачивается с сайта rxtntnd.ru. Устанавливаем. Приступаем. Английское название. Для тех, кто будет чаще использовать свободную камеру на территории Украины, там в Черном море, там Болгария, там, Румыния там, и так далее. Ставьте высоком приоритете. Приступаем. Азербайджан, Греция 1.47. Файл скачивается с сайта roextendended.ru. Устанавливаем. Приступаем. А Азербайджан 1.46. Греция. Дорожное сообщение. Южного региона 11. У вас она обязательно должна быть. Так, паромное сообщение. Э, адаптирована из 141 исправлена под 147 э, так э, дорога Азия и Азербайджан Юкареска Адон Греция устанавливаем и э, РОЭКС, RoX все версия Русмап 247 Азербайджан Греция Южного региона 12 1.47. Road Connector 147 файл скачивается с сайта roxtentl.ru. Устанавливаем. Приступаем, чтобы случай нормально, чтобы у вас работало со великой степень и со проект Кавказ и со Road To Asia. Проект Кавказ, да, типа пока как бы у нас промоции нету, как бы вот. Ну, я его случай ставил э, высоком приоритете. Приступаем. Жан Майен. Жан Майен. Жан Майен Исландия. Наверняка, если кто помнит, Жан Майен у нас только сработало э, сработала при создании нового профиля, при запуске со со режим промоции. Теперь версия 2.2.1 как бы он теперь без промоции работает но у вас она должна быть в высоком приоритете и приступаем приступаем ну наверняка вы все знаете кусочек Индия там Малдивия, там мали там остальные ну там себе включать там два города автосалон Ивека и там несколько там по-моему два или два на на прямые заказы и на груз, груз, биржа там есть два прописано типа два терминала ну надеюсь что вы меня поняли если что потом с картом откроем, посмотрим, что к чему. Ну, естественно, будем замыкать. Обновленная фоновая подложка. Один, 1... ну, наверняка, если кто помнит, была Подложка 1.6, теперь он как бы обновилась, под наш актуальный версия 1.47. Версия 1.6.1 как бы, да, ставьте высоком приоритете, а вот это посмотрите, если у кого установлена Проект кавказ ставьте высоком приоритет особо я не понял как бы он он что как бы что какие дела он будет выполнять надо от него надо что-то ожидать что там посмотреть что, что к чему ставьте высоком приоритета ну естественно там уже дальше ваш личный мод который вы хотите который нет так при правильном активатор мода принимаем применить так ребята как хотел как хотел отметить что сборка у нас 26 как бы сборка у нас как бы замечательно получилось но ребята что хотел отметить пока как бы наверняка вы все знаете что у меня компа как бы слабая не знаю случая на моего компа как бы при каждом входе загрузка начала занять там где-то более 5 минут не более 5 минут, а более 6 минут. Вот видите, ребята, как хотел отметить, что каждый при входа, да, я уже на этот сборка где-то день 2 или 3, я уже как бы и даже я на стриме начал кататься, как бы все класс, все четко, ну, не знаю, как вам, но сборка как бы мне полно начала устраивать, как бы сборка на номер 20. 26, конечно, либо 26, 25, как, как говорится, каждого особо как бы не запомнишь. Вот, ну, по такому причине, что много дела, много работы, поздно прихожу, чаще устаю, поэтому стараемся, чтобы все как бы исследовать, чтобы и мне было понятно, и вам было интересно. Но не знаю, ребята, дальше вы посмотрите, Посмотрите, что, что к чему. И что хотел отметить, наверняка вы все знаете, что у YouTube есть такая функция, вы можете перематывать, чтобы чтобы не подождать там типа а, обнаружено изменение контента, обновляется данная навигации ну, пожалуйста, подождите. Это еще не все, ребята. Наверняка вы все знаете, что все ссылки находятся в описании, как бы как бы ну по поводу ну как хотел отметить, что сборку, как бы сборка мне полно начала устраивать, но ну, особо как бы я его не стал сделать обзор, просто видите, как бы на, начали чаши писать, там, типа, вот мы там, типа, начали приобрести у тебя там роутуазия э, я там, типа, при установке есть, при созданном профиля есть вылеток, там, и, так. Тудам судом и так далее. Я хотел отметить, что пока на 1.47 как бы он неофициально, как бы я чистым с трудом. Почему? Потому что как бы мне как бы он полно начинает устраивать, устраивать. Почему? Потому что там автор Терам там всякие различные дорога как бы добавлена. Вот. Я ему очень благодарен, что, что там всякие раз, ну, типа как суровка сделана, как бы, ну, наверняка вы все знаете. Вот, поэтому, а, как бы без него особо как бы некуда. Поэтому дальше сами посмотрите. но ну, я думаю, как бы, если у кого есть э, хорошая стабильная ПК, как бы э, уже как бы каждый раз будет лететь как бы как, как самолета. Вот, а потом, если в случае, если на роутуазе будет начинать вылетать, там, например, в как, кар, при в Карде, как обычно, при покинут Бишкека, да, или там Манаса, да, э, зайдете к конфига, там э, э, ищите буфер если у вас по умлечению стоит 10 э, ставьте 30 либо 20 либо 30 и как бы после этого сохраните и заново как бы зайдите и загрузите и все там будет как говорится все будет тип -топ. поэтому пока у нас как бы загрузка идет как бы вот а еще хотел отметить что если, ну, наверняка вы все знаете, что все ссылка все ссылка будет в описании, как бы там есть еще, кликните под, под, него, там еще, там пролистайте. Я постараюсь, чтобы ни одного, ни одного SCS файла не пропускать. Вот там, либо с помощью zip, либо с помощью WinRiver, там начинаете там все излечить, как бы на папку установка мод. Если кто не знает, как создать папка мод там права кнопка мыши и создать и там писать мод если у кого нету если у кого нету папка установка мода поэтому я имею виду если у кого нету папка мода там правая кнопка мышь еще раз буду повторить пока у нас закупка идет как бы права кнопка мышь и создать как бы папка и там просто писать по умлечению по не по кириллски не по наш а по латински писать как бы на мелкой буквы просто мод и все как бы и он сам автоматически как бы начинает Ну надеюсь что вы меня поняли пока у нас как бы загрузка идет Ну как хотел отметить что загрузка там короче более, более 5 минут там Ну не знаю я хотя там приоритет все той же приоритет как бы ну наверняка Все знаете Я просто на этот сборка начал обновить волка вчера у нас было по четверг было как бы вот начал э, обновить волгомап под 1.47 как бы ну там я еще не успел там исследовать проехать посмотреть из из 1.5 чем будет отличаться на 1.47 Ну надеюсь что вы меня поняли о чем Ну не знаю там еще правда что я не начал заскать время там при стартовая загрузка как бы вот ну наверняка вы все знаете у ютуба есть там функция там перематывать вот перематывать и там перемотать и там дальше посмотреть что, что к чему ну не, ну не знаю пока как то так как то так у меня как то так сейчас на данный момент как бы получается поэтому не знаю будем ждать и ждать ну там мы думаю что ну не знаю если у кого полная слабо пока тоже извините будете ждать или там 12 минут или там не знаю там короче ну если так взять сборка не очень большая сборка конечно вот а вот это как бы проект кеска со, со, со дорога азия и там со, со с Румения, как бы нормально как бы нормальным ходом начинает сра срабатывать ну не знаю я на первой душе версия как бы катался нормально ну но на этой версии я как бы не успел как бы ну там у нас скоро впереди как бы выходной, там суббота по воскресенье, постараемся как бы все, либо на, на стриме, либо просто так как бы проехать там, посмотреть, что, что к чему. Ну там дальше еще посмотрим. Вот, поэтому не знаю. Пока вот ждем, не знаю, особо я не понял, либо за южной, либо за южкой, либо за, за что, короче, там. Опять а 25 такая долгая загрузка, короче. Вот, поэтому не знаю, как-то как, -то, как -то так. Пока у нас загрузка идет, можно, можно как бы жажду удалить особо. О, ребята, видите, как, 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 хотел отметить, что наверняка вы все знаете, если кто участвовал вчера на стриме, у меня было КАМАЗ, теперь я перешел на свой долго заслуженный Volvo FH, обновленную версию, а да, он он правда, что он приватный, хотя не в, это, не в этом дело. Так, что ж, ребята, как видите, как мы видим, дело у нас загрузилось. А, смело потихоньку попадем в карту. Ребята, что хотел отметить? Сборка класс, сборка хороша. А, начал на обновленную Евроафрика, начал с, с долгозаслуженной КАМАЗ, начал все исследовать. Все класс, все супер работает. Также здесь очень автор Микстракер. очень, очень я ему благодарен, что он взял все это дело и исправил. Также не знаю там несколько вот где-то вот здесь, а не здесь, там вот здесь я начал все исследовать. Типа дорога да, типа сделана как суровка, сделана все класс, все супер. Так что ж, поехали посмотрим, он как бы из чего начинается состоять. Ну я надоед на это сборка, не стал там ставить там восстановление Париж там или Суде Франция, ну там дальше посмотрим. Это как бы как обычно стартовый вариант. Там, дальнейшее посмотрим. Ну там для этого от вас потребуется подписка, лайкосы и поддержка моего канала, как бы. Что ж, идем. Ну, наверняка все знаете, что это у нас глобальная, глобал, глобальная стоковая Европа. Так, э, как хотел отметить, что Жан Майен, которую версия 2.2.1, Жан Майен 2.2.1, э, так, э, слитой проект Румения 1.47. 1.47, прошу прощения, за ошибку. Так, Юшка, как хотел отметить, Юшка 12 Южного региона. Ну, естественно, Крымская, Крымский перевал, Крымском молосты там, остальное другое. Ну вот, пожалуйста, Роуд Короче, смотрите, ребята, начал как бы все смело, потихоньку. Начал все исследовать. Здесь начал все исследовать. И в этом начал все исследовать. Давайте сбросим. сбросим. Видите, ну, не знаю, как говорится, как хотел отметить, что много дела, много, много дела, много работы. А, поздно приходим, чаще устаем, поэтому, не знаю, как говорится, работа тоже надо. Поэтому, как бы, как-то так. Ну, это уже, как бы, наверняка вы все знаете, что КНР, Корейская Национальная Демократическая Республика и так далее, короче. Ну это, естественно, у нас Орал, конечно, орал э, Великий степень, Великий степень, Грут э, версия 2.0 адаптирована под 1.44, исправлена под 1.46. Э, так, Волгамап, как хотел отметить, что теперь Волгамап у нас Волгамап теперь не 1.5, а 1.47 вчера или позавчера он как бы обновил под, под наш актуальный версия 147 ну естественно русма пожалуйста русма так ребята как хотел отметить что желательно на этот сборка у вас должна быть именно вот такой подложка чтобы случае со русмапа потому что русмап 247 теперь он с некоторой подложка он работать не будет почему потому что я на стриме начал, если кто помнит, вчера я на стриме начал кататься, вот не доехать до Смоленска, вот где-то М1, где она, вот М1, было не дорога была, не видена текстура, не видена дорога там, остальное другое, теперь это дело у нас справлено, справлено, если что, с помощью свободной камеры вместе с вами полетим, посмотрим, между Смоленска и Орша, вот здесь, я вчера на стриме я начал кататься, как бы, если так взять. Дело офигительно, дело хорошо. Но я сначала думал, может, за какой-то несовместимость мода там, карта, там, остальные фикс или там. Оказалось, что нет. Это вот за это подложка. Поэтому, если что, про это подложка, также я ссылку про него оставлю в описании. Желательно у вас, у вас должна быть такой подложка, чтобы в случае конфликта не было, чтобы не сказали, что О, мы там ставили там подложка, ну там э, проехали там несколько объекта там на русмапе, там не видимая дорога или там не видены текстура и так далее. Ну не знаю, пока как бы у меня как бы э, как бы нормальным ходом как бы работает, как бы особо не жаловаться, все хорошо, все нормально. Э, как бы ну, там дальше посмотрите. Ну это естественно проект Кеска, версия 2.22, как бы, который увеличивает стоковую частью как бы, вот. Так, э, и там где-то, где-то здесь у нас есть, да, правда, что я еще не успел, как бы, отсюда взять груз, ну, где вот кусочек Индия, видите, вот там, видите, но это, ну, это все такое же за подложка. Ну, ребята, там дальше уже сами посмотрите, что, что к чему. А так, э, как бы, э, Жан Майен и вот Русунап, э, которая добавлена в Колли, добавлена Мурманск, добавлена, как бы, ну, там, дальнейшее пока у нас промоция 2.65 нету, как бы, ну, там дальше уже посмотрим, как промоц как бы, выйдет, там, посмотрим, там, может, там, ну, там, в посмотрим, что, что к чему. Так, Киров, Кировская область, доступная 1.3. И вот, как хотел отметить, что паромное сообщение, пожалуйста, не паромное сообщение, а железнодорожное сообщение, где вот Шахуня там, Шахуня, и вот идем, 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 где вот Петербург, где, вон она, видите, вот Петербург, вот. это уже как бы уже как бы я ну я постараюсь чтобы к ним э, добавить паром ну там с помощью WinRar или там Zip а откройте там два файла берете берете э, право прав, прав, кнопка мышка кидайте на папку папка мод и все будет нормально ну там дальше уже как бы сами посмотрите что к чему э, вот пока сегодня у нас была пятница, то есть, да, как хотел отметить, что пятница, вот я вернулся из работы, начал, начал, специально я начал все исследовать, вот столько начал, без груза, без ничего, просто так, решил как бы с помощью долго заслуженного Volvo FH, как бы приватно да, он правда, что приватный, начал все исследовать, как бы все хорошо, все нормально, ну, там уже дальше сами посмотрите, что, что к чему. Также я про него я ссылку оставлю по описанию. Ну, наверняка вы все знаете, где там что приобрести, скачивать. Ну да, это если для тех, кто на ETS. Там. Как, как я начинаю там болеть, как бы, и так далее. Ну и вот сам проект Кавказ. Проект Кавказ, который со с дорога на Азию, как бы, вот он. Который добавляет, как обычно махачкалы там дебрента ксезма азге пожалуйста вот азге и вот дорожное сообщение ну по поводу юшка ребята что хочу отметить юшка как бы нормальным ходом как бы работает вот я начал не исследовать я ну там как с помощью свободной камеры я все начал исследовать все класс все хорошо как бы вот. Ну, как бы, а там уже как бы особо дальше посмотрите. Так, что еще у нас здесь? Ну, а, по поводу Бреста, ребята, вот она. Уже как бы все исправлено, видите. Переделано Бреста, переделано. Ну, это там Русмап 2.47. Переделано Бреста. И не, не доехать до Белгорода, где-то здесь, видите, просто как бы не отображается ну-то дальше посмотрим что, что к чему и вот это по моему вот это по моему что новая дорога вот это уже как бы я хотел отметить что ну, на передушью версия не помню на 246 версия 3 не помню но вот это уже как бы идет новая дорога из гамел как бы до Брянска уже как бы новая дорога вот эта новая дорога я не помню было не было я особо не помню ну что ж, ребята, надеюсь такая сборка на номер 26 как бы. Вот. Ну а так что хотел отметить, что я что я вам начал обещать, обещать а, а, полететь а, как бы полететь как бы с Моленска и стать вот здесь, где она этот? А, где она, вот вот сюда, давайте сейчас. Как там пишется, по-моему, она есть у меня. Сейчас сначала надо попасть в игру, случай конфликта не было. Я имею в виду, что у меня, видите, у меня то компа то слабая, как бы наверняка все знаете, что компа у меня слабая. Давайте, сейчас там как там пишется. А, Орша, Орша, да, по-моему, Орша, как бы. Так, сейчас полетим, как бы. Я уже как бы начал сегодня, начал все, как бы потихоньку. А, как говорится, что успели, того успели начали потихоньку как бы и исследовать и там с помощью свободного камеры полететь как бы вот ну там посмотрите ребята если там если будете использовать там другой подложка то ж извините то ж, извините то ж это не моего вина как бы сейчас приблизим вот сейчас быстренько полетим как бы Брестом, Минской. Ша. я как бы на стриме начал как бы исследовать на стриме если сегодня не знаю если его вот сегодня удаст как бы по время посмотрим как бы если удаст и вместе с вами на стриме как бы прокатимся и мне будет понятно и вам будет интересненько так э -э, по моему что еще мы не добрались до нужное место это вот по моему здесь было а, не, видите, ребята, мы уже в Минске попали. Нам надо не добраться до Минска, ребята, видите. Немного торопились, как бы, да, ребята, ша. Это, не знаю, это вот где-то здесь. Там, ну, где там АЗС, автомобильная заправочная станция. Вот. На М1, на, на дорога, на номер М1. Ну вот. А, это, по-моему, еще дальше надо полететь, как бы. Вот. Не знаю, там. По-моему, что здесь было. На М1. М1. Вот где... M... А, вот где граница. Вот, по-моему, здесь было. А, это тоже не здесь, как бы. Ну, короче, ребята, надеюсь, что вы меня поняли. Здесь у нас граница, как бы. А, вон она. Вон она, видите, ребята. Видите, опять, по-моему, что... По-моему, по-моему, по-моему... По-моему, что... Понимаете, ребята? Если мы... Если, значит, смотрите, ребята. Если мы берем вот это... Ну я сейчас я его перед вами я делать не буду Так что хотел отметить Если мы берем вот эту Сейчас подождите попадем меню Запуск Значит смотрите тут такой история Если мы берем Исключим вот эту Где она этот самый Сейчас пишем здесь дадим запрос там 1.6 как бы Исключим вот это дело да исключим вот эту как бы и он уже у нас будет сто процентов будет работать принимая ну что ж ребята надеюсь гайд кому-то было полезно гайд кому-то помогло но там уже дальше там дальше уже как бы на стриме как бы прокатимся посмотрим там вот один там э, один два три четыре пять шесть со 7, семь э, семь восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 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 восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Ну вот, ребята. 26. Как хотел отметить, что 26. Что ж, ребята. Мне пора с вами попрошаться. Гайд кому-то было полезно. гайд кому-то помогло. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Если для тех, кому будет так, будет важно знать, там какие исправления или там ошибка, то как бы там уже как бы либо на стриме как бы все начинаем исследовать и все посмотрим. Что ж, ребята. Спасибо за подписку, спасибо за лайкосы. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока, до следующего выпуска. Всем пока-пока.